Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Гидрофильм. Меня зовут Александр. Обращаюсь ко всем владельцам торговых точек по продаже мобильных телефонов, аксессуаров и сервисных центров, а также предпринимателям, которые только планируют открыть новый вид бизнеса. Сегодня я проведу полный обзор продукта торговой марки Гидрофильм, расскажу о всех его возможностях как инструмента получения дохода. В этом видео мы рассмотрим такие вопросы, как концепцию бизнеса по вырезанию защитных пленок, проведем обзор плоттера бренда Гидрофильм, познакомимся с технической стороной данного устройства, выясним, какие существуют виды пленок, их свойства и назначения, покажем, как происходит сам процесс вырезания и поклейки пленки. А теперь обо всем этом по порядку. Итак, давайте поговорим о концепции самого бизнеса с использованием плоттера для вырезания защитных пленок Гидрофильм. Гидрофильм предлагает как дополнение к вашему основному бизнесу по продаже мобильных телефонов, аксессуаров, так и открытие совершенно нового направления в вашей деятельности. Имея уже действующий бизнес по продаже телефонов и аксессуаров к ним, или же сервисный центр по ремонту мобильных телефонов, вы всегда можете расширить спектр предоставляемых услуг с помощью использования плоттера Гидрофильм. Помимо продажи телефонов и аксессуаров, вы можете предложить вашим клиентам в течение 5 минут поклеить защитную пленку на телефон, который они только что у вас купили, либо отремонтировали, или же просто пришли к вам с целью приобрести новое защитное покрытие или чехол на свое устройство. Защита телефона нужна. С каждым годом телефоны получают все больше размера экрана, поэтому поклейка защитной пленки однозначно выгоднее, чем замена дисплея или задней крышки в случае повреждения. Наверняка каждый из вас сталкивался с такой ситуацией, что не всегда в наличии есть именно то защитное стекло, за которым обратился клиент. Что мы имеем в результате? Потерянный клиент, недополученная прибыль. Имея в своем магазине плоттер Гидрофильм, вы с легкостью избежите подобных ситуаций. В плоттере заложены шаблоны для вырезания пленки на более чем 8000 устройств. Это мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, дисплеи фотокамер и другие. Используя плоттер Гидрофильм, вам не нужно увеличивать ваши товарные запасы, расширяя ассортимент стекол. Тем самым вы экономите ваши средства. Также вы не замораживаете деньги в товарных остатках тех же стекол на устаревшей модели телефонов, которые лягут мертвым грузом на вашем складе и которые вы вряд ли когда-то реализуете. Если говорить о начале нового бизнеса по поклейке защитных пленок, здесь тоже все предельно просто. Все, что нужно – островок в торговом центре площадью 2 квадратных метра, плоттер Гидрофильм – начальный ассортимент защитных пленок. От вас потребуется только правильно донести и продемонстрировать клиентам, что такое защитная гидрогелевая пленка, в чем ее преимущество перед стеклами, к которым мы все так привыкли. В этом мы тоже оказываем помощь. Мы предлагаем вам купить не просто оборудование, мы предлагаем вам качественный товар, расходные материалы, полную техническую и информационную поддержку. А сейчас мы с вами проведем детальный обзор плоттера Гидрофильм CA310. Перед нами плоттер второго поколения. Усовершенствованная версия его предшественника. Итак, что мы видим при беглом осмотре? Компактные размеры, плавные линии. Плоттер собран из качественных, безопасных материалов, имеет презентабельный внешний вид, то есть вы с легкостью сможете разместить его на торговой стойке вашего магазина. Он прекрасно впишется в любой интерьер, и вам не придется прятать его от покупателей. Наоборот, вы можете поставить его на видное место, тем самым обеспечив дополнительную рекламу. В комплекте с плоттером вы получаете коврик для поклейки, два шпателя, салфетку для очистки дисплея. Для работы с плоттером вам не нужно дополнительных устройств в виде компьютера или мобильного телефона. Плоттер имеет большой цветной дисплей, через который и осуществляется управление им. На главном экране вы можете видеть разделы тех устройств, на которые плоттер способен вырезать защитные пленки. Это мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы, дисплеи фотокамер, а также другие устройства. Как я уже говорил ранее, база шаблонов содержит более 8000 устройств, основную часть из которых составляют мобильные телефоны. Поэтому мы можем утверждать, что практически ни одно устройство, выпущенное после 2016 года, не останется без защитной пленки. Мы с вами рассмотрели, как выглядит плоттер Гидрофильм. Теперь давайте более детально познакомимся с его технической стороной, выясним, как устанавливается пленка, как осуществляется выбор модели того устройства, на которое мы хотим вырезать пленку, и как плоттер производит процесс порезки. Как я уже говорил ранее, сейчас мы предлагаем усовершенствованную модель плоттера Гидрофильм, модель CA310. Его особенностями является то, что плоттер практически полностью автоматический.
Для того, чтобы установить пленку под ролики, вам не нужно прилагать особых усилий. Плоттер сам установит в то положение, которое необходимо, чтобы произвести корректный порез. Все, что нужно, это только подвести пленку под направляющий упор. Дальше плоттер сделает все за вас. Это обеспечивается благодаря вот этому инфракрасному датчику, который реагирует на наличие пленки и тем самым приводит в действие протяжные ролики, которые затягивают пленку и устанавливают ее в то положение, с которого должен начаться порез. Также в этой модели плоттера установлен новый тип процессора, что влияет на скорость работы. Яркий цветной дисплей служит для управления данным плоттером. Простой, интуитивно понятный интерфейс, русскоязычное меню – все это облегчит работу с плоттером. Режущее лезвие выполнено из углеродистой стали высокого класса. Ресурс лезвия составляет до 400 порезов. Все операции по вырезанию пленки начинаем с того, что на дисплее мы выбираем категорию устройства, которое нам необходимо сейчас покрыть защитной пленкой. В этой категории мы выбираем бренд устройства и модель самого телефона, который сейчас перед нами. Далее выбираем один из предложенных видов шаблонов. Это может быть шаблон как на переднюю часть телефона, так и на заднюю. На все флагманы телефонов, которые сейчас присутствуют на рынке, есть на выбор несколько видов шаблонов для передней части и для задней. На переднюю часть телефона вы можете выбрать как полное покрытие экрана, то есть пленка полностью покрывает экран сверху до низу и по ширине. Также есть шаблоны, которые называются «удобные для чехла», то есть вырезанная пленка в этом шаблоне имеет небольшие отступы от краев экрана. Это дает возможность комфортно одеть чехол на телефон, тем самым не задев края пленки. То же самое мы видим и с шаблонами для пленок на заднюю сторону телефона. Здесь на выбор есть несколько видов шаблонов. Это такие, как фронтальная поклейка задней стороны, либо так называемая поклейка 360, которая подразумевает под собой оклейку телефона со всех сторон, что непосредственно обеспечивает полную защиту вашего телефона от различных воздействий. Чуть позже мы покажем на практике, как происходит установка пленки в плоттер, выбор шаблона, порезка пленки. Сейчас же давайте продолжим обзор продуктов от торговой марки «Гидрофильм». И следующее, о чем хотели бы рассказать, это пленки. Мы предлагаем высококачественные защитные пленки, которые можно использовать для оклейки телефонов, планшетов, смарт-часов. Эти пленки обеспечат надежную защиту вашего устройства от сколов, царапин, повреждений экрана. На выбор клиента есть несколько видов пленок – матовые, глянцевые и антибликовые. Также есть цветные пленки для задней стороны телефона. Пленка имеет ряд преимуществ перед защитными стеклами. В отличие от стекла, при падении телефона пленка не раскалывается и не трескается, при этом надежно защищая ваш дисплей. В отличие от стекла, на пленке не образуется сколов по краям. И что немаловажно, пленку можно наклеить на экраны с загнутыми краями, чего никогда не сделаете со стеклом. Мы всегда имеем большой запас пленок на складе, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших клиентов. Как я уже сказал, прозрачные пленки бывают нескольких видов. Глянцевые, матовые и антибликовые. Глянцевая пленка представляет собой защитную пленку, которая в точности повторяет экран вашего телефона. Вы ее попросту не заметите. Следующий вид пленок – это матовые пленки. Очень интересное решение для экранов смартфонов или же для задней части. Матовая пленка абсолютно не искажает цвета, отлично работает со сканером отпечатков пальцев. Одним из явных преимуществ матовых пленок является то, что она практически не оставляет на себе отпечатков пальцев. И это еще один плюс в том, что на солнце при ярком освещении матовая пленка никогда не дает вам блики. И третий вид защитной прозрачной пленки, который мы хотим вам представить, это антибликовая пленка. Основное преимущество этого покрытия. Также на солнце пленка не оставляет бликов и имеет оригинальный синий отлив. Говоря о пленках, важно сказать о противоударных свойствах. Наши пленки протестированы на протяжении длительного времени, обладают прекрасными противоударными свойствами. Это означает, что телефон, покрытый пленкой торговой марки «Гидрофильм», полностью защищен от падений, от различных физических воздействий, ударов, царапин, потертостей. Также в наличии всегда большой выбор цветных текстурных пленок на заднюю сторону телефона. Ассортимент цветных пленок постоянно расширяется. Мы выясняем предпочтения покупателей, то, что актуально на рынке. Каждые 2 недели мы получаем новые цветовые решения. Преимущество цветных текстурных пленок в том, что вы всегда можете закрыть заднюю сторону вашего телефона вместе с боковыми сторонами, не надевая чехол на телефон, тем самым не увеличивая его размеры. Текстурная пленка не скользит, телефон приятно лежит в руке.
Пленка имеет довольно хорошие защитные свойства наряду с прозрачной. Цветная пленка надежно защитит ваш телефон от различных внешних воздействий, будь то падения или царапины, или же потертости. Плюс ко всему, это очень стильно и индивидуально. И еще одно преимущество пленки – это то, что если у вас есть какие-либо дефекты на задней крышке телефона или на боковых сторонах, и вы хотели бы их скрыть, вы всегда можете поклеить цветную пленку, тем самым придав вашему телефону обновленный внешний вид. Пленка прекрасно клеится, отлично держится и не доставляет никакого дискомфорта. Переходим к практической части обзора. Сейчас мы с вами посмотрим, как происходит выбор шаблона, установка пленки, вырезание ее и поклейка. Рассмотрим на примере телефона iPhone 5s. Не новая модель телефона, но на нее также есть шаблоны как на переднюю часть, так и на заднюю. И сейчас мы рассмотрим все поэтапно. Для начала мы выберем пленку для поклейки. Возьмем глянцевую пленку торговой марки Hydrofilm. На экране плоттера мы выбираем нужный нам шаблон из представленных. Выберем шаблон пленки, который полностью покроет переднюю часть нашего экрана. На этом шаблоне мы видим, что есть вырезы как под камеру, под динамик и для кнопки «Домой». Шаблон полностью повторяет экран нашего телефона с учетом всех необходимых вырезов. Как я говорил ранее, плоттер полностью автоматический. Нам нужно всего лишь вставить пленку под наводящий упор, и дальше плоттер сам установит пленку в нужное положение. Итак, мы видим, что пленка стоит в том положении, с которого плоттер начнет порезку и вырежет правильный шаблон. Все, что нам остается, это только нажать кнопку «Порез». Весь процесс вырезания занимает не больше минуты. В среднем вырезка пленки занимает от 20 до 40 секунд, в чем вы сами могли сейчас убедиться. То есть плоттер может нарезать до 50-60 пленок в час. Итак, у нас есть вырезанная готовая пленка, осталось только ее поклеить. Для поклейки пленок в комплекте с плоттером мы имеем вот такой шпатель-аппликатор, который необходим для того, чтобы качественно разгладить пленку по экрану. У нас есть салфетка для протирки экрана и спиртовые салфетки, которые мы также используем для того, чтобы очистить экран от жирных пятен, от отпечатков пальцев. Это необходимо для того, чтобы пленка максимально ровно приклеилась на экран и не оставалось никаких следов под ней. Итак, приступаем к поклейке. Для этого нам необходимо обезжирить экран, насухо протереть его специальной салфеткой, которая идет в комплекте с плоттером, и можно начинать поклейку. Для начала мы кладем пленку на экран, позиционируем ее четко по всем вырезам и по краям экрана. Затем мы приподнимаем сначала один край пленки и с помощью шпателя-аппликатора мы убираем защитный слой, тем самым приглаживая пленку плотно к экрану. Аналогичные действия мы повторяем со второй стороной. Тем самым мы тщательно разглаживаем пленку с помощью шпателя по экрану, убирая возможные воздушные пузырьки. Все, что нам осталось, это сейчас снять верхний защитный слой, и процесс поклейки окончен. Я надеюсь, вы убедились, что весь процесс поклейки пленки достаточно прост. Итак, друзья, подведем итог сегодняшнего обзора. Мы с вами имели возможность познакомиться с продуктами бренда Hydrofilm. Плоттер – компактное устройство с автоматически обновляемой базой шаблонов, позволяющее за 40 секунд вырезать защитную пленку на любой мобильный телефон. А также качественные противоударные защитные пленки, которые обеспечат максимальную защиту для вашего телефона, планшета, смарт-часов. Таким образом, плоттер Hydrofilm представляет полноценное устройство для начала нового бизнеса или увеличения прибыли в уже существующем, не требующий больших вложений с возможностью быстрой окупаемости. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. В комментариях напишите ваше мнение, что вы думаете по поводу этого устройства. Также подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. До новых встреч!